Absolutely. Not that you showed up. Even in their middle age, they still had no children. Возможно, вы знаете, что даже уже достаточно далеко средним возрасте, нам не шоу, до сих пор не было детей. So sometimes in Vedic society, if someone wants a child, then they will offer yoga. Применяя ведическое общество, если кто-либо хочет зачать ребенка, то они делают огненное жертвоприношение, яги. Here in Gokul, all the residents of Gokul, they were doing fire yagas so that Nanda and Yashoda could have a child. Otherwise, he would be the next king. Но здесь не сами родители, а все жители, братья, они совершали огненное жертвоприношение яги для того, чтобы у Нанды и Яшоды родился сын, потому что иначе кто был бы следующим наследником? So seeing this, Nanda and Yashoda had a very confidential conversation together. И видя это, Нанда и Яшоды, они как-то раз очень откровенно поговорили. Yashoda and Nanda said that, have you seen they're doing yagyas? But I think these yagyas will not work. Яшода сказал, ты видишь, они делают яги? Я думаю, яги не дадут никаких результатов. Nanda Maharaj said, I agree, these yagyas will not work at all. Nanda Maharaj согласился, я тоже думаю, что эти яги абсолютно бесполезны. Because this yagya is a karma kanda. Потому что это все карма канда. I had a dream. And I saw a very beautiful dark complexion boy, more beautiful than Gundaraya. Мне приснился сон, в котором я увидел мальчика, который был прекраснее Господа Нарайана и имел темный цвет кожи. So no one can have a son so beautiful by doing any karma kanda. И этот сын, этот мальчик был просто прекрасен. Никто ягами карма канды никогда не сможет обрести такого прекрасного сына. And Yashoda said, I also saw such a child in my dreams. Yashoda сказал мне тоже, мальчик являлся во сне. Nanda Maharaj said, what should we do? Nanda спросил, что нам делать? Mother Yashoda said, we should very strictly observe Akadasi and Dwadasi Vrats. Mama Yashoda предложила, давай очень строго следовать Акадаши и Двадаши Врате. Because that is the transcendental. Потому что это трансцендентная веда. So then Nanda and Yashoda, for one year, they very strictly fasted on Akadasi and performed all the rituals for Dwadasi. И таким образом, в течение целого года, Nanda и Yashoda очень строго постились на Акадаши и совершали все необходимые ритуалы на Двадаши. So one day, in the evening time, a very beautiful old lady came walking into Gokul. Однажды вечером прекрасная женщина в белых одеяниях пошла в Гокул. She was old but very beautiful with white hair and saffron cloth. Несмотря на свой прикольный возраст, она прекрасно, потрясающе выглядела. На ней были надеты шафрановые одежды, у нее были седые, расчесанные, зачесанные на пробор волосы. She was holding the hand of a little boy who was so beautiful. He looked like a small version of Narad Muni. И за руку она держала очень красивого мальчика, который выглядел как маленькая копия Нарада Муни. Seeing the effulgence from her tapasya, all the dasis bowed down and they requested, "Who are you?" Видя ее сияющую ауру, которая появилась у нее от тапаси, от аскез, которую она совершала, они ее, склонившись, спросили, кто ты такая? She said, my name is Purnamasi Devi, and this is my grandson, Madhu Mangal. Она сказала, меня зовут Пурнамаси Деви, а это мой внук, Madhu Mangal. They said, we can see that you are a great tapasvini. Они сказали, мы видим, что ты величайшая аскетка, тапасвини. So you must have some special powers and special knowledge. Скорее всего, ты обладаешь какими-то сверхъестественными силами и знаниями. We are very concerned about our king and queen, Vrajeshwari and Vrajendra, have no child. Мы переживаем за нашего царицу и царя, за Vrajeshwaru и Vrajeshwari. У них нет наследника. Can you tell us what the future holds? Можешь ли ты нам рассказать, что нас ожидает в будущем? She said, I can see that very soon Nanda and Yashoda will have a son who will give bliss to the whole universe. Так что Пурнамаси ответил, я вижу, что очень скоро у Нанды и Яшоды появится сын, который одарит блаженством весь мир. And hearing these words of Purnamasi Devi, everyone became very pacified. И слыша эти слова Пурнамаси Деви, все успокоились. And soon after that, Yashoda served Nanda Maharaj and in such a way that she conceived. И вскоре после этого мама Яшода, она услужила Нанде Махараджу таким образом, что вскоре забеременела. And now she was pregnant. И теперь она была беременна. And even though Mother Yashoda had great sense control. И даже несмотря на то, что она обладала величайшим контролем над своими чувствами. When she was pregnant, she was having cravings for butter with a tulsi leaf on the top. Но когда она
была беременна, у нее прям просто какая-то неудержимая тяга была к маслу, на котором находилась туловище. What does that mean? Что это означает? Someone was already hungry. Кто-то уже испытал чувство голода в животике. So then, at midnight, in the month of Bhadra, полночь месяца Бадры, Mother Yashoda gave birth. Мама Ешода родила. And then immediately fell asleep. И немедленно после рождения малыша уснула. At that time, the Vasudeva Krishna appeared to Vasudeva and Devaki in Mathura, and then Vasudeva Maharaj brought the Krishna here, and that Vasudeva Krishna merged with the Vrajendranandan Krishna. И тогда у Vasudeva и Devaki родился тоже в этот же момент Васудев Кришна, и тогда Васудев Махарадж принес Шри Кришну в Раджа-Гакулу, и этот Васудев Кришна слился с Раджа-Нандиной Шри Кришной. Мати Ешода, by the influence of Йога Майя, fell asleep. She did not remember the childbirth. Мама Ешода, она даже не помнила вот этот момент рождения ребенка, она немедленно уснула. But she had twins. Но у нее были двойняшки. First Krishna, then Йога Майя. Сначала Кришна, потом Йога Майя. So then, Vasudeva Maharaj put down Krishna and picked up Yoga Maya and took Yoga Maya back to Mathura. И Vasudeva Maharaj положил Кришну, а взял сестренку Кришны Yoga Maya с собой в Мадхуру. Actually, when my Gurudev used to come here, когда мой Гурудев сюда приходил, then even the pujaris here, they used to say Krishna was born in Mathura and then he came here. Даже несмотря на то, что пуджари местные не рассказывают о том, что Кришна родился в Мадхуре и позже прибыл сюда, then my Gurudev used to say, I think that you are not really a Gokul Basi. You must be a Mathura Basi because only a Mathura Basi would say Krishna was born in Mathura. Гурудев говорил, я думаю, что вы не Гокул Баси, а что вы Мадхура Баси. Вы не верите в то, что Шри Кришна родился в Гокуле. And then Srila Gurudev, he used to give many, many pramans, evidence from Srimad Bhagavatam to prove that Krishna is the son of Yashoda and he was born here. И тогда Шрила Гурудев обычно он предоставлял огромное количество праманов, которые доказательства шастры из писаний, которые доказывали, что Кришна родился здесь, в Раджа-Гокуле, а не в Мадхуре. When the Kamsa Maharaj tried to kill the baby girl. Когда Камса Махарадж постарался убить девочку, and then she manifested the form of Durga. То она проявила себя в облике Дурги. Шукадев Госвами says, Адришья Вишну Ануджа. Then the younger sister of Vishnu appeared. Шукадев Госвами говорит, Адришья Вишну Ануджа. Младшая сестренка Шри Кришны явилась. So Shukadeva Goswami is saying that this girl was the younger sister of Krishna. So there is the proof in Srimad Bhagavatam. То есть Шукадев Госвами четко говорит Шримад Бхагаватам о том, что это была младшая сестренка Шри Кришны, то есть что Шри Кришна родился в Гокуле. After Krishna was born, Shukadev Goswami says, Nandas Tatmaja Utpane Jat Radha Rado Mahamanaha. Nanda Maharaj was very overjoyed when Nanda's Tatmaja Utpane, when his son was born. Nanda's to Atmaja, the natural born son of Nanda Maharaj. Нанда Сту Атмаджа говорит после рождения Кришны Шукадев Госвами, он говорит, что Нанда Махарадж, он был преисполнен величайшего ликования, величайшей радости после рождения, естественного рождения своего сына. Когда Шукадев Госвами прославляет момент того, когда мама Ешода связывает Кришну, he said, Nayam Sukapo Bhagavan Dehinam Gopika Sutta. Krishna is Gopika Sutta, the son of a Gopi. Gopika Sutta, он говорит, что Шри Кришна является сыном Гопики, Гопи. Lord Brahma, he says, Lakshma Sriyei Mridupate Pashupanta Jaya. Krishna, you have a beautiful lotus feet and you are the son of a cowherd. Господь Брама говорит, что о Шри Кришна, у тебя прекрасные лотосные стопы и ты сын пастуха. So in this way, there are many references in Srimad Bhagavatam to prove Krishna is born here in Gokul. Таким образом, Шримад Бхагаватам представляет огромное количество браманов, которые доказывают, что Шри Кришна родился в Гокуле. So when Krishna was born, all Vrajabasis were celebrating, they were so full of joy. Когда Кришна родился, то все Vrajabasis праздновали. And they all came to give a blessing. Jio Sham Lala, may you live a long life. И все они подходили к Кришне и давали ему благословение. Живи долгой жизнью. Jio Sham Lala. Jio Sham Lala. Jio Sham Lala. Do you
Rosanna.